Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Підхід до дітей та дорослих, та ще й у такому просторі і баченні, як це роблять дніпровські фахівці, завжди приносить успіх. Сьогодні ми будемо говорити про освоєння, опанування музичної грамоти і те, як зробила це гостя, яка прийшла сьогодні до нашої студії, вийшовши на міжнародний рівень. Сьогодні Наталія Миронова зможе нам розказати і показати, як же так навчити кожного бажаючого вмінню грати, розуміти музичний інструмент, знати, як правильно і володіти, звичайно, не просто володіти ним, так, а і ще і вживати там, де це потрібно і де це буде приносити користь. Засновниця та художня керівниця зразкового дитячого музичного театру «Чарівний міст» та дитячого творчого центру, викладачка вищої категорії, завідувачка відділом сольного співу дитячої музичної школи номер 14 міста Дніпро, членкиня правління ОРФ Шульверк Асоціації України, авторка курсу «Креативна музична педагогіка» на уроці вокалу. Тож ви знаєте справді, що робити з музикою та як її викласти так, аби було зрозуміло усім. Дуже рада вас бачити, вітаю в нашій студії. Пані Наталю. Я бы хотела сегодня рассказать о том, что существует в мире сейчас такое огромное течение, которое зародилось в 20 веке, даже в конце 19 века. Это вообще креативная педагогика. Ее существует очень много разных видов. Есть танцевальная, есть музыкальная. Я буду сегодня говорить о музыкальной креативной педагогике и конкретно более узко о подходе Карла Орфа, которого мы знаем, в принципе, по таким известным музыкальным произведениям, как «Кармина Бурана», которая ставится, вот у нас была несколько лет премьера в оперном театре. Дуже сильна така постановка, да, так. Мы его знаем как композитора, но мы ничего не практически на нашем вот постсоветском пространстве мало известно о том, что на самом деле он внес огромный-огромный вклад в музыкальную креативную педагогику всего мира. После войны он очень активно разрабатывал подходы, которые могли бы помочь детям восстановиться, заниматься творчеством. И он вместе с Гунит Кейтман разработали вот эту уникальную систему, уникальный подход, который мы не можем называть методикой. То есть там нет пошагового плана, что нужно делать. Там есть принципы, на которых каждый педагог создает свою деятельность педагогическую и получает уникальные результаты именно для детей. Если посмотреть с точки зрения, то есть параллельно, в общем-то, это движение, оно было во всем мире, и оно было в разных областях. То есть, например, у нас в этот же период шла разработка деятельностной педагогики, это Эльконин Давыдов. Но она была привязана к математике, к языку и к другим предметам, то есть более такая предметная деятельность. ОРФ занимался именно творчеством. Вот. Главная такая важная самая мысль этой педагогики в том, что человек – это единое целое. Мы не можем разделять музицирование, игру на музыкальном инструменте от движения, от чувствования, от визуального искусства, от того, что мы можем увидеть, от того, что мы можем почувствовать. То есть человек – единая система. Сприйняття однозначно, и да. Музыки, и танцю, и руху. Это все естественно, и это вместе. А то якщо в когось більше виходить танцювати, аніж співати чи грати, наприклад? Ми можемо, якщо, наприклад, ми візьмемо, давайте ми зараз візьмемо три таких штучки. Три інструменти. Да. А тут у вас, до речі, принесли з собою, да. Я дуже вам вдячна. Это очень, інструментів на самом деле очень много, і ми можемо, вони нам очень допомагають почувствовати. То есть вот если бы мы с вами сейчас представили, а как мы воспринимаем мир, как мы его воспринимаем, и как мы потом это выражаем. То есть вот, например, мы что-то услышали, почувствовали. Ну вот ребенок, представим, что мы ребенок, да? Через что мы можем принять сигнал из внешнего мира? Ну, звук, дотик, это же потом. Да, совершенно все наши каналы восприятия, их много. Это зрительный, это аудиальный канал, это кинестетический очень мощный канал и двигательный канал. Да? То есть вот мы через все вот эти каналы все это воспринимаем. Потом у нас в нашем главном органе, да, что происходит? Процесс обработки этой информации. То есть, что это такое, так? И что да. с ним работает? То есть что-то там происходит, то есть работа вот этих зеркальных нейронов, и не только,
И потом, о, слышите барабанчик? А, ось як. Он нам отвечает. Я сейчас закончу, да, и дам. Мне просто интересно, что это такое. И потом он выдает результат свой ребенок. То есть как он это переварил, перепрожил, и он нам что-то показал. То есть когда мы ему что-то хотим научить, да, мы можем ему показать, делай так, какой мы сигнал получим. Ну, куцый. Может, он не захочет. Конечно. Но когда мы расскажем о том, что мы сейчас вот так почувствуем, вот тут мы протанцуем, а здесь мы сделаем вот так, а это почувствуй, какой инструмент, и мы начнем там. Например, так, или вот... И у нас пошел дождик, и у ребенка другие уже совсем ощущения. А потом мы добавим что-то еще. Скільки інструментів? Да. Я просто дивуюся взагалі, що їх може бути така кількість. Їх у орфпедагогов просто огромное количество. Но на самом деле звучит же все. Звучит, так. Звучит тело. Это тоже. И мы же воспринимаем мир целостно, стало быть, мы не можем узко. Мы должны давать все широко, и тогда ребенок будет развиваться, его мозг будет мощно развиваться. Когда он погружается полностью в эту среду, в которой нет отдельно только инструмент, только ритм, только движение, а все сразу, вот в этот момент и происходит очень мощное задействование мозга всего, и левого, и правого полушария. И за счет этого происходит очень мощный шаг развития. А если точнее быть, формируется очень мощная, разветвленная нейронная сеть, которая тобто потом для обучения, любого обучения, крайне необходима. Дитина зможе хапати усе, що їй треба в житті, так виходить? Так, ага. Так. Ми формуємо таку цілісну особистість. Виходить так, ось так, за допомогою цієї методики. А скажіть, будь ласка, пані Наталя, от чому вона почала зараз активно так входити? І я б не сказала, що дуже активно, бо, можливо, ви одна із таких початківців, які сюди ввели в Дніпро, так, в Україну. Так, так. І насправді, якщо вона так класно працює, і якщо є результати, і їх можна побачити, то, мабуть, більше було б запитаності, а чомусь менше. Насправді, можна на... Будь ласка, можна, да, як вам зручно. Так. На самом деле, очень много людей, которые этим интересуются. И, скажем так, бум в мире прошел уже очень давно. Практически весь мир, в каждой стране есть официальный орфшульверк ассоциации. Многие насчитывают, ну, просто там тысячи педагогов, профессиональных педагогов, потому что образование это, оно имеет очень много разных ступеней. То есть, например, есть локальные семинары, которые показывают, как это может быть. Есть, например, левел-курсы, то есть в каждой стране, в нашей стране пока нет, но в таких странах, в которых много очень участников, например, это Австралия, например, это Новая Зеландия, например, это Канада, это Америка, то есть там просто это введено в систему школьного и дошкольного образования. Загальноосвітня програма. Это норма программы государственной. То есть там даже есть в так называемых управлениях, которые курируют образовательные процессы, специалист, который курирует уровень работы орфпедагога. И он называется педагог по... как же там у них... У нас нет такой формулировки. В общем, педагог по движению и музицированию. В общем, тобто там это уже с самого говорю початку поставлена вот такая цілісна система. Садика. Прям вот самого маленького. То есть там идет речь о том, что музицирование... Вот так, в таком плане. Оно очень мощно развивает ребенка, и оно нужно каждому. Там не стоит вопрос, должен ты заниматься этим или нет. Там спрашивают, на каком инструменте ты играешь. И там нормально, что ты, например, там, тут позанимался на таком инструменте, здесь на таком инструменте позанимался. То есть это норма. Это норма для общества. То есть там считается, что без этого человек не может быть гармоничным. Це правда. И якщо ми вже дорослі люди, наприклад, але не використали своїх можливостей, то чи можемо ми на долужити? Конечно. Вообще, для взрослых, я помню, когда мы приезжали на первые семинары за границу, у нас было такое ощущение, что это просто нужно всем. Это просто нужно всем, потому что помимо того, что ты... это же называется креативный подход. Почему креативный? Потому что ты создаешь, ты сам рождаешь. Так построена система, что ты во время этого занятия ты придумываешь свой ритм, ты придумываешь свой слог какой-то, ты придумываешь свое движение, ты придумываешь свою мелодию, ты придумываешь какой-то свой рисунок.
или ритмический, или на инструменте, или даже карандашами, или даже мелками, или даже, ну вот, например, может там на рисовать телом, да, когда ты берешь большие и движения даже на полу, то есть в разные формы креативности, то есть масштабы, они невероятны. И в этот момент, когда ты это проживаешь, мало того, что у тебя появляется уверенность в себе, что, боже, да я же могу, то есть у людей иногда, вот когда взрослых, им сложнее всего, потому что они зажаты, они уже в этих рамках привыкли, и мы как бы, ну, мы живем в нормах, мы нормированы, мы знаем, что можно, что нельзя, мы знаем о себе, что мы не можем, и мы приходим, я не могу, нет, я не могу сочинять, а давайте расслабимся, давайте попробуем. И когда вот с какой-то момент спадает вот это вот, затыски такие, да, вдруг у человека что-то получается, и он, у него такой внутренний восторг, и не как так? А потом еще, оказывается, я могу. Оказывается, вот, получается. И когда в конце занятия, как правило, это вот то, что за урок удалось придумать, это все оформляется в такую какую-то либо танцевальную, либо ритмическую, либо какую-то вот импровизационную такую композицию, когда это происходит, и люди это делают, взрослые люди. Во-первых, восторг, вера в себя, супер настроение, куча сил, энергии появляется. И ты просто понимаешь, что ты можешь. Ты уходишь с крыльями. Ну и, конечно же, огромный терапевтический эффект, потому что отдыхаешь от... арт-терапия має величезне значення. Да. А, пані Наталя, а якщо, наприклад, людина, ну, один раз спробувала, їй сподобалось, але ж вона не стала чи музикою там, чи хореографом, чи кимось ще, так? Лише для себе. Так. А хоче розвиватись більше і далі, і сподобалось, то чи є такі можливості? Давайте мы сейчас, это очень-очень супер вопрос, потому что он проясняет очень два важных момента. Есть обучение, а есть развитие. И тут два принципиально разных подхода. Вот это ОРФ-подход, вообще любые виды креативной педагогики, это развитие. То есть тут важнее всего процесс. Как мы проживаем, как мы действуем, что мы чувствуем. Здесь не важен результат. То есть ты можешь просто... Иногда бывают, например, дети на уроке, которые находятся в позиции наблюдателя. То есть внешне они никак себя не проявляют, но внутренне у них там проживание такое. И они ходят на эти уроки и говорят, да, мы на урок идем. Но ты же ничего не делаешь, говорит мама. Идем на урок. Просто у него активность внутренняя. То есть это есть развитие. Оно просто там, ну, проявлено, не проявлено. А вот обучение – это нечто иное. Это когда уже научите меня вот этим стандартам. Это развитие музыкальности, это развитие креативности, это умение слышать себя и не бояться себя проявить в этот мир. І знати о себе, що я можу, я вижу. Ага, тобто і через таке пізнання людина може обрати для себе Конечно. Ту спеціалізацію, чи ту роботу, чи будь-що заняття. І тут почнеться зовсім інше. І от там вже можна вчитись, так, тут, після того? Тут вже буде відбуватися конкретне обучення. Здесь вже ми будемо вчити ноти, здесь ми вже будемо вчити произведення, там, определенне по уровню. Тут ми будемо якісь сертифікацію проходити, да, там, допустим, ми здали екзамени там, на перший клас, другий клас, третій. Там, и так далее. То есть это уже профессиональное обучение, у которого есть другие критерии. Здесь критерии оценки не относительно всех, а относительно каждого. То есть если, допустим, вы ко мне приходите на занятия, и вы хотите, допустим, через второй, третий, пятый, десятый урок, вы мне хотите спросить, а скажите, как вы оцените, что со мной происходит? Я скажу, вы знаете, я могу оценить только относительно вас. Вы когда пришли на первое занятие, у вас, допустим, там было так. А сейчас, посмотрите, было так, поэтому вы супер молодец. Здесь нет критерия оценки относительно какого-то эталона. Ну, не световой стандарт, так, який... Это есть развитие, а развитие можно померить только относительно того, кто развивается. То есть я могу относительно себя, или вас могу оценить относительно вас. Или там относительно ребенка. А вот в профессиональном уже мире там другое. Ну, бачите, головне ж знайти, так, в собі, відшукати, бо є люди з такими колосальними можливостями, які ніколи в житті не співали, не танцювали, боялися, замикалися. І тут вони в собі знаходять, шанс з'являється.
И людина потім може гори звернути. Виходить, що так. Да, і для этого совсем не обязательно становиться профессиональным музыкантом. Ты можешь всегда сделать этот выбор. Дело в том, что, понимаете, музыка сама по себе, как вид искусства, это достаточно сложная вещь. Потому что, как я уже сказала, она задействует все, оба полушария. Огромное количество великих людей, таких, например, как Эйнштейн, стояли в начале своей карьеры на пути или стать математиком, или стать профессиональным музыкантом. Есть сейчас огромное количество исследований, которые опубликованы уже и у нас, и даже на украинском языке есть, которые говорят о том, что после одного года занятия музыкой, вот есть два полушария, и оно соединяется таким телом белым. Вот это вот эти вот ниточки, которые соединяют переход сигнала от одного полушария к другому. Так вот, вот это вот тело, оно увеличивается на 20% в размере, физическом размере, который можно измерить. У будь-якому віці? После года занятий музыкой. Ну, да. Навіть да. Якщо тобі 40, 50, 60, да, да. Так, у будь-якому віці. Да, усиливается связь полушарий, очень сильно усиливается. Пані Наталі, ну, да. Зараз хочеться якось примінити ті інструменти, які ви принесли з собою, розказати. Можливо, глядачі теж будуть займатися, ну, я не знаю, самотужки це можна робити? Конечно. Во-первых, звучать і стучать може все. Давайте поговоримо о том, що вот, в музиці, как в любом виде искусства, как в любом вообще в нашей жизни, первостепенное значение, наверное, имеет ритм. Когда мы маленькие, у мамы под сердцем только появляемся, что мы слышим там внутри? Сердце стукает. Мы слышим сердце, это ритм. Мы слышим дыхание, это ритм. Мы чувствуем шаги, это ритм. Речь, это ритм. То есть основа этого – это ритм. Поэтому огромная часть, которой мы можем заниматься, это ритмические штуки. Стильки всего. Да. Я не знаю, как с ними взагалі все это. Это очень интересно. Это творчески. Можно придумывать. Вот смотрите, например. Вот есть ритмические палочки. Называются они клависы. Да? Они могут звучать по-разному. Придумайте несколько вариантов, как бы вы могли ими постучать. Может быть, вы какой-то еще вариант придумаете. Отлично. Ну, не знаю. Може бути, що завгодно. А, вони можуть шурхотіти. Так, супер. Отак. Круто. Можуть, да, ну, взагалі, що ще вони можуть? Ну, що можна ще зробити? Я не знаю, може кинути якось там, стукнути дуже, да. Може якось, ну, що вони ще там? В общем, это исследовательский момент. Можна зробити з цими паличками. А можна зробити? Уши. Взагалі, например, так. Мы говорим стишок какой-то, да, и у нас там появился зайка. И внизу был зайки, извините. Или, например, мы в окошечко сели. Или, например, у нас появилась крыша. Да? Та стільки всього є цікавого. Да. І вот они, смотрите, например, ну, есть еще такое как бы, понятие, как акустика. Да? Вот, смотрите, палочка может более объемно, а может вже трошки более глухо. Да. То есть мы можем сделать резонатор. И таких штук... Стильки в варианте, просто. Вот представляете, ребенок начинает, например, учить песенку. Класс. Солнышко на дворе, стола-та-та детворе, та-ра-та-та-та-та. И тут же мы начали танцевать. Так, и танцевать. Скажите, вот это прикольно. Или, например, вот у нас, например, лягушка Гуира, да? Она большая, она красивая, да? Они есть маленькие, они есть большие. Можно сказку рассказывать. Да, за який звук? Конечно. И такие загадковые. Да, абсолютно. А ведь звук, это что такое? Это же развитие слухового канала. А если мы умеем различать звуки, это значит, мы быстрее начнем говорить, значит, мы быстрее поймем, тут такой язык, здесь такой язык. То есть это очень классная вещь, да? Или мы начнем слышать, там он выше, там он ниже звук, там он впереди, там он сзади. Мы очень много играем со всякими штуками, когда мы там звучим где-то откуда, знать, откуда пошел звук, а может это отражение звука, а не прямой. Стільки варіантів. Да, пані Наталі, я думаю, що у вас вони вже зібралися, да. І весь час ви їх доповнюєте, да. Ці звуки. Это очень хорошее, это очень хорошее дополнение к и начало вообще к движению к профессиональному образованию и вообще к музицированию. Любить музицировать, любить слушать музыку, любить петь.
То есть, ведь когда мы поем, мы же сейчас, мы же открыты, мы же в хорошем настроении. А як же? Не дарма у нас такий співочий народ. Конечно. Коли ми постійно співали. От зараз якось менше, так, люди співають. Ну, і как бы жизнь напряженней, поэтому это все очень нужно, это важно. Потому что вот... Зовсім інший звук розкривається. Пані Наталя, ну можна, мабуть, зупинитися вже на тому, що є, бо час, який нам виділили, він спливає. Але настільки я рада, що ви прийшли з такою кількістю інформації, коли ми бачимо, що кожна доросла людина, маленька, вони можуть розвиватись, можуть знаходити в собі нові нерозкриті таланти. І якщо людина все це в собі знайде, то сколько всего еще можно сделать в этом мире? Очень много. На самом деле у нас огромный потенциал. И вот самое главное, мне кажется, надо найти себя в себе. И вот эта креативная музыкальная педагогика, она очень помогает. И раскрыть не только себя, а еще и для себя вот этот огромный мир искусства, в котором есть и живопись, и движение, и хореография, и музицирование. Поэтому... Пані Наталя, дуже вам дякую. Будемо чекати ще вас у нашій студії. Бажаємо великих-великих успіхів розвиватися далі в цьому напрямку. Ну, сподіваємось, що в Україні це отримає великого розголосу. Вже дуже багато людей, які до цього привертають свою увагу, якось роблять щось, покупають інструменти, їздять по семінарах, в общем... Йде. Да. Рух пішов, да, так? Да, пані да. Наталю, ну що ж, дуже добре, що так є у нас. Ну, а ми будемо чекати вас у студії, можливо, з іншими темами, бо ми сьогодні поговорили про музику, а є ще рух, є ще танець, є ще мистецтво, загальне мистецтво, яке теж може розкрити в собі кожна і доросла, і маленька людина. Тож, зустрінемось з вами за декілька хвилин вже з іншим гостем.